Солиум Инфернум вышел. Прям на почту пришло. Это, короче, от разрабов Армелы демка вышла. Ну, это, на, ну, это понятно, надо в коопе играть. Демку Робокопа? Ну, насчет Робокопа хз. Так, ага, эти камни нужны для меты. Понял. Так, плюс экспа или количество кредитов? Ну, конечно же, плюс экспа. Что за вопрос? Дальше. Кактусы какие-то. Скорость бега, допустим. Пикап радиус обязательно. И еще один, наверное, пикап радиус. Скорость перезарядки берем. Скорость майнинга берем. Макс хп плюс 10 как-то мало. Хп реген берем. Еще пикап радиус. Все, больше ничего вкачать не могу. Едем дальше. Пещера Солнечная вторая. Так, тут нужно еще улучшить М1000 классическую до 12 уровня. Задание у меня есть, которую мы только-только открыли. Не, ну поехали вот это вот. Собери 200 нитры. Пройди уровень. Получи 35-й с класс-модом. Рекон класс-мод. Рекон класс? Как это? Другие? А, вот этот вот. Вместо дипкора мы берем жуков нюк 17. А, дает доступ к легким пушкам. Плюс 25 доджа. Когда доджишь противника, получает 35 скорости и ревод скорость на 5 секунд. Он. Ну поехали. И его минимапа, смотрите, на ней видно, где я был, а где нет. О, эпический урон. Короче, Робокопа не знаю, Робокопа не уверен, не хочу, наверное, смотреть. Я вчера у него чуть-чуть посмотрел, он говорит, конечно, 2 часа играл или час. Мы посмотрели буквально 10 минут перед финалом. Но не знаю. Скорость перезарядки всегда поначалу самый топ, потому что бегаешь вообще, стрелять нечем. Сама пушка аж такая себе. Редкий артефакт. Майни экспу. Майни голду. Да, экспу. В этот раз будем майнить. Зачем убивать врагов, если можно... Если можно копать. Новая пушка. Криодроны. А легкие есть? Есть легкие? Нету легких. Есть хотя бы кинетический спрей. Дробаш. Бумполк. Квест справа сверху скипаю. О, ну. Давайте еще дробаш возьмем. Собирай маркит, я понял. Если бы я, наверное, его там и скипнул его, да? Я видел вроде бы этот маркит в одном месте. Эта штука супер редкая, если я правильно... Да, это оно. Эпик файр рейд. Вот этот, да. Мне так и показалось. Да он бесконечно майнится. Никак в жизни не замайнится. Статус, эффект, дэмэдж, скорость. Включай каждую пушку до 12 хотя бы один раз. Да, я понял, что у них там усиление идет какое-то, поэтому сейчас автомат не буду брать в любом случае. Блин, мне еще этот маркет нужен. Че, сейчас от босса будем бегать, искать маркет. Он нашел.
much better. Копай. Objective completed. Ого, нифига мне всего дали за это. Круто. А, сдоджил, скорость полутал. Босс бежит. Я сейчас бегу за магнитом, который видел. Надеюсь, он там еще остался. Fire rate, давай. Damage редкий, lets you imagine your weapon is now prettier. Increase weapon level. На 2. Почему нет анимации стрельбы? Потому что он, видишь, он занят, и ему надо копать. Ему не до анимации стрельбы. Ему надо копать. У него в руках кирка. Даже мчужину видел, кстати. Ага, нередкие, капец какие. Видимо. Сейчас попробуем выкопаем. Так, глобсы. Блин, я единственное не выкопал вообще красненького ресурса. Для магазина. Слушай, я же могу реально бегать, вообще не париться, копать себе спокойно. Надо просто босса не убивать. Это демо-версия? Да, это демка сейчас. Более вторая сложность, мне надо максимально эффективно отыграть сейчас. Бесплатная, можете скачать, поиграть, да, совсем бесплатная демка в стилечке. Так что очень даже ничего. На поприще вампирлайков выглядит годно. Этот маркит еще для... Я, кстати, помню, мы копали. Само название запомнилось. Макрит. Куда еще мобы появляются? Просто из-за экрана? Куда они выползают? О, нашел. Нашел. Тостер сказал, она лучше. Ну, как бы... Можешь доверять гению вампирлайков. В этом плане, поэтому... Ревлот спит всему. Нет, босс убит. Нет, я его случайно убил. Там столько опыта лежит. Хочу забрать. 20 секунд, не знаю, успею, не успею. Надо же доджить от урон и ускоряться точно. Во, все, отлично. У меня же есть крутой перк на ускорение. Все, все, на месте, я на месте, хватит орать. Или не на месте. Это считается хорошо. Скорость майнинга и урон для дробовика. Ну, наверное, надо брать. Удача. Chance to roll higher rarities. Кстати, это же круто. Удачу я, наверное, возьму. Дробовику нормально. По идее, можно взять класс рудокопа с бурами. Не, ну сейчас, видимо, нельзя. Пока что. Статус damage. Exit electrical. Damage кинетических оружий. Найс. Поехали. There's beasties to shoot and work to be done. Get to it, miner. Так, следующее задание. Собирай болу капу. Грибочки какие-то.
Ну, этот магнит, наверное, тоже нужен. Интересно, из демки перейдет прогресс. Надеюсь, что да. Ой, взрывашки пошли. О, М1000 классик. Ну, блин, мне надо было его на первой локе. Но все равно, это кинетическое. Таргет с highest HP damage, deals kinetic. Ну, давай пробовать. Все в кинетический урон пока что. Снайпа какая-то. Через стен... Ага, нет. Прикольно, что можно осторожно майнить. Пока да, один герой вроде всего лишь. Грибочки, грибочки. Я вижу supply pod, сейчас туда пойду. Баг. Специально ждал, пока мобы оттуда уйдут. Ну, давай хп прокачать. Objective, все, грибы собрал. Nice. Medium weapons. Ну, давай. Кое-что автомат в 4 стороны, конечно, такой себе. Снайпа пока тоже пока непонятно, если честно. Менее того, ее урона вообще никакого. Который через стены пробивает тоже. Эволюция оружия есть, как в вампирах? А мы вот только что при первом прохождении открыли какую-то штуку. Снайпа топ-1. Изи лид-слэшер. Так, лид-слэшер пока что идет нафиг, потому что я еще не всю карту исследовал. Move speed. Ух, нихера себе тут ресов. И выкопаем перед тем, как убивать босса. Хилочка, хилочка, это макс хп. Просто хп тоже. Сперва 12 левел. Ну вот, да, я увидел, что 12 нужен. Понял. А к ним, походу, либо можно подойти, либо это его снайпа убило. Бомбера. Эпический дэмэдж дробовику берем. Еее, пошла жара. Пошла жара. Найс. Дробовику сейчас попытаемся левел взять. Всему на самом деле попытаемся. Дробовику в первую очередь. Нет, я его убил. Неудивительно, но... Quota satisfied. The drop pod is arriving. Get moving, it won't hang around. Файррейд, да, файррейд. Какой смысл качать файррейд? А, у него по два выстрела, они ему как-то бесполезно, по-моему. Эти грибы вообще еще надо собирать или все? Я как бы их собрал и больше не нужно. Макс ХП. Just
А, да, я опять в последнюю секунду забегаю. Тараков, привет. Легендарный дэмэдж всему кинетическому оружию. 90% урона разом. Эпический среднему оружию. Рерол. Спасибо. Здесь дэмэдж качаем. Здесь два уровня качаем. Дробовику берем. И поехали дальше. Играть вообще не в чего. Да, вот вампирчиков смотрим. Прикольненькие. Прикольненькие. Майнинг спид 15. Берем. Собрать апок облум какой-то. О, пошел майнинг, пошел. Прям как в лучшие времена на видеокартах, да? Биточки, биточки. Я никогда не майнил, кстати. Я в жизни свою видеокарту не стал убивать. Таким образом. На работу нужна. Осуждаю майнеров. Же за них дорого видюхи стоили. Да и 100 яд, наверное. Точки, тефтельки такие места. Ой, урон не хватает, типа снайпа должна уешить, видимо. Нечем мопцов убивать. Я пытаюсь тот цветок забрать, но не дают. Другие соберу. Наверное, вся карта будет в скалах. Возможно, кстати, на эндгеймовых миссиях. Вполне возможно. Нифига, две хилочки. Запомните снизу справа две хилки, если мне вдруг понадобится. Кактусы. Так, что-то туда бежать плохая мысль. Блин! Отдай! Отдай артефакты. Чё наступает? Нитро. Нитро. Хотя у меня ее много, голды меньше, чем нитро. Вот так прокопался, забайтил их. Еще бы один магнит под конец найти. Можно боком бежать и подкапывать. Полезно? Не уверен. Всем том, что сделали майнеры стоимости видеокарты, они же послужили триггером для их резкого улучшения. Well done, кстати, вполне возможно, да. Не буду это оспаривать. Бежим. Блин, магниты нужны. Минкопай напоминает старые карты в третьем Варкрафте, типа жизнь на арене. Ребят, все самые популярные жанры игр, которые сейчас есть, какие-нибудь, вышли из старых карт Варкрафта. Это факт. Как же это было хорошо. Как же хороши были кастомки Варика. Да. Магнит был слева, не видел. Слева магнит. Сейчас попробую пройти, найти.
Не вижу. Не знаю. Еще левее. Они где-то на карте вообще отображаются. А вон он. Нет, на карте нет инфы о магните. New weapon. Ну, можно последний... Не, я не хочу автомат брать. Давайте посмотрим, что такое защитные дроны, которые замедляют врагов при контакте. Выглядит сильно. Давай. Там такой большой бадабум был. Еще магнит. Все, надо прям тут стоять и добивать босса. Потому что я как будто бы все выкопал. Потом забрать магнит еще в конце. Ну или не забрать магнит, потому что непонятно как. Вон он. Добивать босса и забирать магнит. Эпический реус, спит на снайпу, давай. Есть, берем. Хорошо. Плюс 2 левела, давай. Зачем этой штуке ревод? Ну, наверное, нужен, не знаю, но... Снайп возьму. XP gain. Давай. Надо 12 уровня, блин, до эволюции дойти, да, такие? Да. Get moving. Перед тем, как get moving делать, я быстренько подкопаюсь тут. О, это я, конечно, зря сделал. Сейчас хильнемся. Да, наверное, даже прям хил куплю. Тебе... Эпический ревод. Hell yeah. Ебо файрейт на самом деле. Дэмэдж всему кинетическому. Сюда файрейт, сюда дэмэдж. 12 левел есть. Ну и где мой этот крутой? Отскрит дамага звучит как фигня от 15 дэмэджа. Найс, найс, найс. Где моя эволюция пушки? Так, четвертая миссия из 5, да, опять? Только на автомате открыл. Понятно. Ну да, логично. В любом случае, подкачаем сейчас. И дробовик еще на 2 уровня надо апнуть. Блин, опять этот маркит надо собрать. Им вообще пирсинг пули какие-нибудь. Они как бы и так пролетают через врагов, но не очень сильно, как будто бы. Магнит выпал. 5 удачи. Файрейт всему. Снайпад пробивает, да. Я хочу сейчас чуть качнуть.
Все пробивает, даже эти обычные пули вроде бы пробивают. Дробовик, может быть, нет. Да. Взрываемся. Хорошо. Roger that. Supplies are coming. Objective completed. Excellent job. Objective completed. Хорошо. Забираем халявки. Rare artifacts. Молчанство нитро. Gold и XP. Я только gold не брал. Медленно перезаряжается. Ну, да не, нормально вроде скорость перезарядочка. Еще как-то можно, да, их скорость посмотреть, чтобы понимать, что мне им накачивать лучше всего. Fire rate 13, вот 1 секунда. Здесь fire rate 3, 2 секунды. Fire rate 0.79. Ну, снайперочку надо fire rate качать. Дамич у нее, мне кажется, и так хороший. Ля, три штуки целых. А ну сюда подошли. Ой, смотри, что нашел. Все кинетические берем. Аж две вот этих алмазик этих, не алмазика как их. Что-то у меня проблемы жесткие, по-моему, по мобам. Я вообще не знаю, куда бежать. Ну да. ФПС, кстати, до 40 упали. В смысле, Big Swarm? Я этот еще не убил никак. Какого-нибудь бумеранга вообще жесть. Похоже, что F. Давай еще дэмэдж кинетическому. Блин, дробовик будет докачать все-таки. Надо прокапывать туннели. Чтобы в них выбираться. Уф. Ищем сахар. Магнит. Наверное, нужен. Крит дэмэдж, файр рейт. Блин, давай рерол. Common max хп. Давай рерол. Вот дробаш, скорость выстрелов пойдет. И еще дамаг. Все, дробаш до 12-го качнули. Может, теперь тоже получим усиление. Армор очень нужен. Ой, я выбежал из того оцепления, нормально. И снайпа мобов не убивает. Я же быстро копаю. Давай. Там жучары взрывные окружали. Тут еще хпшка есть, наверное, пока не буду брать. Маркит вообще для чего-то еще нужен, кроме как для квеста? Типа для прокачки потом. Для мета. Типа мне его продолжать собирать или нет? Нет. Блин, то есть я вообще зря его копаю, в принципе. А вот эта штука точно нужна, вот эти вот желтые. Я за них мету даже вроде еще не качал, потому что не видел его. Ни разу. Оригинальный обычно только для квест. А, нет. Взорвался, сразу же прохилился. Ой, кажется, мы в тупике.
Охренеть. Жестко. Этим белым это точка дроп-пода, видимо, показывается, да? Ай. Ай. Ай, штуки. Тут же босса убивать не справляюсь вообще. Ну, типа, я не знаю, как босса-то убить. Все-таки какую-нибудь элементальную пушку, типа электрического бумеранга, чтобы в ОУЕ выносить врагов очень надо. Страшно. Вообще жесть. Босс, вернись, я хочу тебя убить. Как бы даже не знаю, ну даже не знаю, что насчет дроп-пода, да? Мне кажется, останемся мы в этих шахтах помирать. Не, может, убьем этих бомберов парочку? Короче, пойдем. Рандомные события больше, типа выбор слова и так далее. Legendary damage снайпе. Ну да, наверное, мне урона как будто вообще не хватает. Релод всему. Critical damage всему. Вообще не заметил пользы от вот этой штуки. Она типа дамажит еще кек. Снайпун 12. Блин, а я уже, наверное, не успею. Ну, сейчас попробую в самой катке, может. Посмотрим. That's pretty. Here we go. You found the dreadnought. Now you just need to make it come out of hibernation by destroying the cocoons. Show them what a single dwarf can do. Фэндом диггин на холл. Дигги-дигги холл. Дигги-дигги холл. Ямадворф. Я последний кокон тоже нашел довольно быстро. Хорошо это или плохо? А, блин, какие 84 урона? Что? Кого? Куда? Да меня здесь босс ваншотнет сейчас просто. Если я его призову. Нет, понял. Скорость копания тащит. Дим, привет. В оригинале, если копать маркет сверх меры, то чутка еще денег дадут. Ну, здесь что-то непонятно. Так, сверху запомнить сахарочек. Ну, эпический урон всему кинетику, это надо брать опять. Мне что-то закал. О, спасибо. Ты чё? Да нормально. А,
ну не, там этот вытек. Яйка. Яйка вытекла из хачапурки. Я понял. Назарь, спасибо. Сейчас после забега надо покушать. А какого забега? Ну он сейчас быстро закончится. Ну хилку можно сразу забрать. 22 урона. Ага, жучары все столпились, тупые. Ну тупые жучары. Да, фепсов, конечно, 36. Да. Critical шанс плюс 6, блин. Это, кстати, наверное, хорошо. Чепурках 10 килограмм. Я на хачапурках 10 килограмм апнул, так что осторожней там. Да я уж тоже. Уже поздно переживать за мои килограммы. Их у меня и так полно. Так, ну дредноут сразу идет, да. Попробую выкопать вот эту штуку, а может успею. Выходим, 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 выходим. А, все. Вообще просто мгновенно. Даже не выйти было. Понял. Понял, пойду кушать этот салатик. Бедный хачапурк. Я ел эту вроде, она вкусная. Ща, минуту. Я без микрофона. ДПС, конечно, у снайпы был. А у ее урона, да, не было вообще. Ура! Гридланд пробовал? Нет, Гридланд не знаю такой игры. Ну, кстати, крио-дроны второго уровня. Дамажили, блин, больше, чем жуков нюк 17. Оверклоки, оверклоки. Блин, жаль, чуть-чуть снайпу не докачал для оверклока, конечно. Оверклайков вообще миллион на самом деле.
Кредит гейн. Плюс один. Ну, надо все как минимум по единичке качнуть. Что поначалу все дешево, а вот потом начинается стоимость. 5. Жемчужин. Угу. Лайфреген есть. Кстати, кричан скачнуть. В спид, наверное. Так, ну ничего. Смотрите. Я могу третью сложность открыть, просто прокачав снайпу до 12 уровня в этом биоме. Ну, конечно, лучше просто пройти вторую сложность. Наверное. Мне так не понравилась эта пушка. Она такое говно. А, поехали. Find the dreadnought. Eliminate the dreadnought. Return in time for sandwiches and beers. Сейчас еще. Чепурки хотим. Скушаю, пока она горячая. Стекшей хачапурки. Бедные яйки. Их очень неосторожно несли. А с яйками надо быть поосторожнее. Да. Жуков в обычной игре кал. Просто оружие, которое не наводится, а просто стреляет вверх-вниз, фигня. Надо, чтобы враги, блин, вокруг тебя были. Сделать это, ну, не так просто. Выжить после этого сложно. Да. Так, а там за мной не видно упаковку от...
не видно вроде бы от хачапурки. Все, продолжаем, тащим. Все, надо затащить вторую локу. С пулеметом-то нормально должно быть. Можно же как-то, наверное, все копать, да? Или нет, не знаю. Сразу этот левел для... Чтобы 12-й посмотреть эволюцию. Может, эволюцию посмотрим. А то я же еще эволюцию не брал. Ломболт, привет. Здорово. Да, блин, в смысле? Самая быстрая эволюция на Диком Западе. Чанс, дэмэдж, файррейт. А вот эволюция. А, на 6, 12 и 18. Change the damage type to cryo. Или плюс 30 damage, минус 30 fire rate, piercing shots. Ого, piercing shots. А зачем cryo damage мне? Ну, чтобы его увеличивать, чисто в элементальный идти. Если это надо искать увеличение cryo урона. Можешь попробовать крил билд собрать в теории. Давайте попробуем. Замедляет. Незаметно пока. Нет, не замедляет. Увеличит крит шанс за, по, на 0.5 за каждую нитру, которая есть. 100 нитро и 50 крит шанс, офига себе. Ну, вначале мы будем копать нитру. Пожалуйста. Ну, я бы не сказал, что замедляет. Кстати, только сейчас заметил, что робот тоже стреляет. Крио дэмэдж. Давайте возьмем крио гранату. Крио граната явно круче, чем крио вот эти штуки, хотя... Слушай, граната прям нормально так разрывает. О, плюс дэмэдж крио пушкам. Rock and stone. Пошел билд собираться, пошел. Куда, блин, иногда, конечно, граната летит. Непонятно, он сейчас хорошо летит. Дэмэдж, макс хп, скорость. Ну и скорость возьмем. Давай, давай гранату, туда гранату. Просто дэмэдж. Дэмэдж всему, наверное, возьмем сейчас. Хотя нет, давай пушку качать. Да, игруха прикольная, пока вампиры реально годные. Не просто так тостерах захайпил, так и пул тоже много в них наиграл. Кажется, хорошо прям. Свои уникальные механики клевые. Механик копания. Сам по себе. Гранты летят, конечно, очень интересно. Все, слэшер, да? Гранаты убьем по чуть-чуть. И магнитик найти или... А, перезарядки не хватает вообще. Сейчас, на самом деле, пробежаться здесь, опыт собрать. Тут очень много. Может, не так много, как я думал. You're dead.
Да, это демка, к сожалению. Надеюсь, что из демки прогресс перенесется. Очень хотелось бы. Чтобы хотя бы перенос прогресса был. Может, разрабы уже где-то говорили, может, чатик знает. Я не люблю демки за то, что ты наиграешься мне, потом все заново. Так везде. Ну куда граната полетела просто? Непонятно. Чё, может потихоньку убить его? Он что-то зеленым светится. Ага. Называется как Deep Rock Galactic Survivors. По сути, это выживач по игре, если вы не знаете Deep Rock Galactic вдруг. Есть такая игруха. Выживач, шутанчик с друзьями. Your progress will not carry over from to the year release. Не, ну это, конечно, посос. Отстань. Там еще магнитно, за ним надо вернуться. Эпический релот на гранате, найс. У гранаты же наверняка нет фаер-рейта, ей же, наверное, только релоут нужен, да? Ну да, релоут тайм, explosion range damage. И все, и хреначишь. Я хотел ту фиолетовую забрать. Успел. Инграунд. Побить еще что-нибудь, чуть-чуть. Внутри попробовать повыбивать. До 12 уровня докачаться, может, какое-то крутое усиление под крил будет. Под крил урон. Что берем? Критшанс 9. А если я возьму штуку критшанс от нитро? О, урон криво оружий. Yeah. Все возьму, вот то, что увидел. Кап радиус. Наверное, скип. Damage over time. Acid, electrical and fire. Лед не... Нет, а. Блин, еще 9 критшанс. Всего за 29 золота. Короче, ладно, не будем ту штуку на критшанс набирать. Нокбэк врагов или дэмэдж и пирсинг выстрелы. Поехали. Поехали, то что надо. Какое задание, опять маркит собирать? Блин, граната не летит через стену, это грустно. Классно, если бы. Не, пробитие на пулемет прям топ звучит. Очень сильно. Скорость копания бы не помешала.
Блин, с двух сторон. Окружают. Дают маркит собрать. Ой-ой. Не, ну на кинетическом пока, конечно, посильнее оружие. Все равно билд в early game как будто. Ага, можно реролить, кстати. Смотрите, плазма убирает все пробитие пуль, типа урона. Но я такого не находил еще, да? Снайпу опять взять. Крио дэмэдж. Ладно, давай крио дронов попробуем. Все, у меня все в крио уроне, поэтому пробуем фулл билд в крио. Так, честно, интерес. Эпик артефакт, fire rate минус 15, movement speed, амриг. Берем. Мне это надо. Блин, единственное, мне скорость атаки не нужна здесь и здесь. А, может быть, я как бы зря эту штуку взял. Еще минута. Типа, не так полезно, как я думал. Да, наверное. Сначала берем, потом смотрим, нужна ли. Конечно. Еще криво дэмэдж. Я вот единственное не понял пока, что полоска врагов от чего заполняется? От того, что мы копаем, или от того, что мы убиваем, или и то, и то? Вообще. Скорость копания у меня, конечно, маленькая, наверное, надо качнуть. Забайся в снайпер, да, забайся. Ух, сколько лут-то. Уже элитка. Я очень пытаюсь много урона крио брать, но... Не очень уверен в том, что это хорошая мысль. Жучары. Говорят, время тут черт знает. Вот тоже непонятно, типа. Я думаю, если не копать, все равно идет шкала, поэтому... Скорее всего, это убийство, наверное. Черт. Вон он, желтый камень меты, который нам не нужен, потому что мету заберут. Let's imagine your weapon is now what prettier. Paint the job. Краской. Да уж, ну и гранаты попробуем докачать, может. Такие эволюции пушкам сильные. Можно и оставить. Сам собрался. Я ничего не делал. Меня не спрашивали 20 крио дэмэджа. Дважды одно и то же повторил.
Слушайте, я только во второй локе, у меня очень много криоурона. Очень много. И много достаточно АОЕ урона. Смотрите, жуки-то все померли, остался только босс. Всех перебил, получается. Да, гранаты с соло прям, походу. Эпик XP гейн. Берем, я только во второй локе. Гранаты качаем. Ай. А, ладно. Блин, магнит был, не увидел его вообще. Думал, все, сбегаю. Чё. 10 удачи за 40 монет. Значит, неплохо. Редкое усиление гранат. Давай, тебя тоже качнем. И всему. Во, пошли более редкие штуки. Я бы брони немного взял. И гранаты качаем. Поехали. Все, сейчас усиление крутые должны быть. С эпик удачей. Он упал прямо на этот. Прямо на хилку, лол. Залипательно смотреть, вообще кайф. А, не все, это магия вампирлайков. Это реально магия какая-то вампирлайков, типа. Их прикольно смотреть. Ты просто смотришь, как умирают монстры на экране, и все, сочно и мощно умирают монстры. Оно реально прикольно. Ну и как бы сама игра хорошая, она. Как работать? Ну вот это вопрос. Detected. Не weapon, электрическая метательная, да? Давай снайпу попробуем докачать, да? Там какой-то баг тазер еще был. Снайпа кайф. Вдруг снайпа потом тоже сможет крио становиться. Поезд смотреть не прикольно, хотя мы тоже мобы умирают. Вопрос, кстати. Ну, кому-то прикольно. В основном они смотрят, наверное, ради скилла, ради билдов там, да, но насчет мобов даже не знаю. Ну, все, просто возьмем магнит и пойдем дальше. Скорость копания 15. Я думаю, этой скорости мне сейчас хватит на... На все... У локу, в принципе, эпическое усиление одно. Ну, жестко. Так, цветки надо довыполнить. Вовремя. В хорошем месте. Ну и вот он пришел, этот крит шанс за нитру. Knockback and slow nearby enemies when you take damage. Фигня какая. Ну давай возьмем все, фармим нитру и гига крит шанс, окей. 100% крит собираем. Сто нитры это 50-ка, у меня уже есть 18. То есть есть базовое немного усиление моего перса. Exemplary work. You've achieved your objective in record time. Вон нитро еще. Смотрим, какой у меня крит шанс. Крит шанс 53% на 200 крит урона. Сильно. XP gain. Все еще можно взять, кстати. Все еще можно взять.
Вот спит всем медиум, у меня две пушки. Ну можно, кстати, можно. Блин, этот чел. Иди нафиг. Блитка, мне не до тебя, мне еще надо всю нитру выкопать на локе. Не, прям вот механика копания на локациях очень хорошо сделана. Своя такая уникальная, прям крутая. Да. И только вот не надо меня взрывать столько сильно, да, мазиба. Свои места, через которые можно срезать. Да, ты прям бегаешь такой, так. Тут можно убежать от мобов. Мобы сами все медленные, такие слабенькие, но... Ну да, Макс Эпери вот спит. Так, давай, блин, гранату надо докачать. До 12-го. Все по порядку. Берем 12-й гранате, потом все остальное. Надо будет снайпун, два уровня. Ну... Блин, два уровня не хочется. XP gain еще сверху. Еще один магнит сверху нашел, мол. Зачем забрал? Это вопрос. Да, механика прокопов клевая, то есть прям в отличие от обычных вампирлайков, где тебя, ну, либо гарантированно зажимают, у тебя есть прям место для мансов такое крутое. Сейчас снайпа босса добьет. Еще не помню, докопал ли я там. Да и по популярной вселенной. Тоже круто. Класс. Здрасте. Вот он, редкий дэмэдж. Все, дальше снайпу качаем. Взрывы. Блин, крит дэмэдж, кстати, хорошо взять. Ну, еще левел успел качнуть перед тем, как сбегать. Найс. Все, пойдем. А цветки я уже собрал. Все, они это... Задание выполнено. Все, справа пишется. Все, понимаю, блин, разрабы, конечно, придумывают, перемудривают с играми. Хоть эта игра и не от них, но, блин, новый сезон РГ будет в июне 24 года. Серьезно. В смысле, не от них, а кто делает? Так, эту не тратим, нам нужен крит-шанс, да? Чатик, не забывайте, пожалуйста, по ссылочке проходите Steam Купи код. Ваши приходы нам очень нужны, очень помогают набрать за месяц. Чтобы рекламодатель видел, какие мы молодцы, и пришел еще в следующем месяце. Ну и просто сервис годный. Ждали права на разработку этой игры, да? Кек. Забавно, кстати. Red sugar. Much better. Это забавно. Тогда... Ледяные пакеты по 400, по-моему, бьют.
fight for your life. A big swarm is approaching. Да ни хера себе, Big Swarm слева зашел, куда я, блин, идти собирался. Надо просто взорвать бомберов, да? Hang in there. Supplies are on the way. Red Sugar, ну, кстати, ХП как-то надо накачивать, так что почему бы и нет. Это демка, в ней есть три сложности на одной миссии, один персонаж. Но есть медпрокачка, разные пушки, так что, ну, есть с чем поиграться. У нас сегодня с вами день демок, одну, к сожалению, блин, запустить не получилось. Но... Так, а вот хилку я, наверное, возьму. Пошку вернее. Файррейт снайпу, давай. Ну, правда, файррейт и так высокий. Я просто снайпу хочу до 12 довести, до конца миссии. Нечто, мэпик взял. Взрывов, что пикап радиус может качнуть разочек. Гранаты, конечно, да, решают походу. 12 скорости, ладно, это я возьму. Да, как же бахает просто. Там прям цепнуха жесткая была. Магнитик есть. Ну, можно взять, наверное. Прямо перед магнитом взять экспигейн, давай. Критикал дэмэдж хорошо бы брать, но... Вот спид, конечно же, тоже. Блин, я сейчас босса убью. Нет, подожди, я же ничего не собрал. Надо босса пока убивать. Снайпа, не бей его. Бей мобов. Вот этот забег явно лучше, чем на кинетическом идет. Предыдущий на этой сложности. Редкий weapon level. Снайпу. Кстати, это уже четвертая лока. Вот он красненький, вот он родненький. Который нам крит шанс дает на 84%. Поломанный перк на самом деле, вернее предмет не перк. Да не, не перекачь, но просто перк поломанный. Блин, нет, сюда нельзя. Надо никуда, не кидай гранату. Убивай босса, не надо. Вообще можно... На самом деле очень прикольно сделано то, что здесь прям вот нет гигантского ограничения. Убил босса, сбегай, да. Но если хочешь, не убивай босса и просто бегай по карте, собирай даже обычный камень, из которого может тебе выпасть. Могут выпасть усиление, легендарный файррейт на автомат. Ну ладно, давай, это возьмем.
Магнитик бы. Что, врагов-то много умерло за это время. Ух, нихера себе. Забираем. Забираем, убегаем. Снайпа есть? Есть снайпа. Блин, ну 5 уровней снайпа сейчас купить еще сложновато, наверное, будет. А там вон магнит лежал, видели? Да, выше. Чуть-чуть выше. Блин, я, наверное, куплю вот это усиление, просто чтобы левел качнуть снайпе. Блин, а все только за, красный камень, что ли? За этот... О, крит дэмэдж. Да, только за красный камень, я понял. За золото выкупаются полные усиления. Фига, 3 жемчужины просто выбил. Просто упав сюда. Блин, это же круто. Мне золото для реролов нужно. Это для крита. Сорок седьмой левел. Так, может этот магнит не брать? Запомните, с правой части локи магнит. Яйца не убиваю, просто опыт фармию. Можно, наверное. Кстати, да. Почему бы и нет? Почему бы там вот кричанс бы взять? Не, снайпа. Легендарный криоурон. Ладно, но это я не могу пропустить, сори. Слишком круто. Давайте потом еще на следующей сложности. Может, один забег, может. Может, один победный забег. И пойдем смотреть карточную игру. Я думаю, сегодня, наверное, еще надо перерыв, блин, сделать, чтобы посмотреть игру, которую. В которую вечером будем играть. На RGGLand. Говорят, там жестко. Блин, вот то, что плюются уже мобы, не прикольно. Ладно, только снайпу усилим, я думаю, нам как-нибудь сейчас хватит. Блин, ну давай снайпу, пожалуйста. Денег нет. Куда мы еще тогда? Нет такой РГГ. В телеге можете глянуть, что за игра. Правда, нюк мне еще ром не скинул. Говорил, завтра проснется и скинет ромчик. Чтобы тоже мог посмотреть. На самом деле, самоуправление глянулось. Даже пулемет по 360 бьет. Жесть. Пробивными ледяными пулями. Еще. Тестерский. Так это не РГГ, это Катимиш. Не РГГ, это РГГ Challenge Battle. Battle Challenge. Короче, это однодневный по одной игре, где стримеры соревнуются в прохождении одной и той же игрули.
Блин, тут эти вот стреляющие, конечно, жесткие. Бля, муха. Что строчу, ничего не скипает. Не РГГ Land. Чистый РГГ Battle. Блин, в смысле я урон получу? Да, реально стреляют. Стреляют вот те просто бронированные, да? Чем, от чего я сейчас урон получу? Dangerous. Я заметил. Ау. Все, снайпа, файррейт. Ну, погнали. Босса бить. Это жутко сильно, но босс все равно стрёмный. Меня на самом деле в основном больше АОЕ урона, не? Хотя, не. Я просто автомат почти убиваю. Здесь хилку видел. Макс ХП, можно сейчас взять даже? Автоматом его, ледяным. Неожиданно было. Рабстер. А, давай, чардж, есть. Нет, стой, босс! Сдох. Поехали. Ага. Ладно, это было прям легко, красиво, граната, имба. Варанж, привет. Слушай, версии ниндзя котов еще нет ни у кого. Я с тем же обычным, с мужским. А, да, ну и ладно. Ну, да не надо, наверное. Не знаю, может скинуть. Может нет. Да я подожду, нюх вроде скинет. Хз. Ты что, уже поиграл? Говорят, все готовились. Итого. Пулемет нанес больше всего урона. Криопулемет с пробивными пулями. Ну, потому что у него эволюции есть, конечно же. Граната даже меньше криодронов. Дроны оказываются сильные, но они в рандомах врагов бьют. Предложение позвать Грикосмею, братха и еще кого-то на РГ Баттл за все издевательства над участниками. Ну и на Кпуру, конечно, 4 ведущих. Так, класс, вторую сложность прошли. Так, я маркер, наверное, поставлю.